Всем привет, дорогие друзья! С вами компания Евразия Трейд. Сегодня у нас отличный солнечный сентябрьский день. И хочу сегодня показать небольшой обзор на автомобиль Genesis G70. Монстр 3.3 объем, турбина 4WD. С пробегом всего лишь 71 тысяч пробег. В хорошем состоянии. Привезен до 1 августа. ПТС уже получен. В общем, готово на продажу. В общем, друзья, Genesis, обратите внимание, эмблема похожа, как эмблема Астона Мартина. Спортивный монстр просто. 370 лошадиных сил. В хорошем состоянии. Литье оригинал от Genesis. Колеса 19 размера. Вот здесь идет как плавничок, как у акулы. Ну, сама машина чем-то похоже на акулу. Агрессивный вид. Плавничок. Сзади тоже смотрится отлично. 4WD зимой. Она нигде вас не подведет. Без ключевой доступ. Панорама на крыше. Сейчас покажу по салону. Итак, давайте сразу начнем с дверной карты. Здесь у нас полностью кожа мягкая. Здесь обделана материалом тоже мягким под кожу. Узоры стразы красивые. Так, дорогая акустика. Память сидений. Полный электроперевод сидений. Сиденье в отличном состоянии, кожа. Давайте посмотрим поближе. Здесь также стоит выхлоп спортивный. Я не знаю, слышно будет, нет. Сейчас постараюсь. Ну, то есть машина спортивная. Кто любит скорость, адреналин. Так, далее полностью мультируль, круиз адаптивный, управление медиа пространством. Руль в отличном состоянии. Пробег, пожалуйста, друзья. 71 тысяч. Спидометр показывает до 300. Но на этой машине реально выжить ее до 300. Потому что я сам на нем прокатился, машина просто пушка-ракета. Так, здесь у нас удержание полосы, датчик слепых зон. Бак открывается с кнопочки, багажник тоже с кнопочки. Здесь регулировка света панели. Торпеда в отличном состоянии. Полностью тоже под кожей сделана. Мягкая магнитола, всеядная. То есть подключаете USB, она сразу подключает ваш смартфон, Android или iPhone. Так, двухзонный климат-контроль. Прикуриватель USB, все как всегда. Беспроводная зарядка здесь имеется. Так, далее. Получается режим езды, спорт, эко, комфорт, автохолд, парктроники. Так, автохолд я уже сказал, камера 360, антизанос, электроручник, два подстаканника. Далее. Здесь у нас тоже сиденье в отличном состоянии. А также здесь можно с заднего ряда подвинуть впереди сидящего короля, если он вас прижал. Так, давайте попробуем открыть люк. Панорама, люк. Все. Хорошо, отлично открывается. Без всяких проблем. Так, давайте посмотрим, что у нас там по заднему ряду. Заглушить пока. Сзади пространства довольно-таки много. Подогрев задних сидений. Пожалуйста. Динамики. Сиденье просто в отличном состоянии. Сзади просто диван.
сразу подлокотник. Скорее всего, с подстаканниками. Ну да, все удобно, комфортно. В общем, вот такой вот автомобиль у нас в наличии сейчас имеется во Владивостоке. Повторюсь, приехала до 1 августа, завезена была. Документы все уже готовы. Она полностью готова на продажу. Отправим в любой регион. Цена его 4 миллиона рублей. 3,3 объем, 4 ВД, 71 тысяч пробег. Пожалуйста, ребята, кого интересует такой монстр спортивный, просто красавец, обращайтесь. Мой телефон указан в описании, будет под видео. А также привезем любой автомобиль из Южной Кореи под заказ в кратчайшие сроки. Как прямо в Россию, так и сможем завести через Киргизию автомобиль свежих годов 20-х, 22-х, 23-х годов. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!